Я сегодня к вам с рецептом просто невероятно воздушных лепешек под названием «Облачко». И поверьте, это название соответствует этому рецепту. Лепешки невероятно воздушные и просто тают во рту. Я очень была удивлена таким результатом, а все потому, что есть небольшой секрет. И в такие лепешки добавляется рисовая мука. Если нет рисовой муки, можно измельчить обычный рис в кофемолке или отварной рис в блендере. Для теста в теплое молоко добавляем дрожжи, сахар, 2 столовые ложки майонеза и 1,5 чайной ложки соли. Далее добавляем 1 яйцо и всыпаем рисовую муку. Далее добавляем пшеничную муку, но добавляйте постепенно, может уйти больше или меньше. Тесто ставим в теплое место и через час оно уже готово. Далее формируем лепешки примерно вот такой вот толщины, как показано на видео. Обжариваем лепешки в большом количестве растительного масла и жарим до тех пор, пока они не зарумянятся. Обсушиваем бумажными салфетками и приятного всем аппетита!